Всем добрый день. Сегодня у нас какое число-то? 18 мая. Суббота. Приехали мои труженики. И будем мы сегодня копать картошку. А то мои подписчики спрашивают, когда картошку. Ой, господи, копать уже. Я еще не сажала, уже буду копать. Да, будем сегодня сажать картошку. Земля, конечно, еще немножко сыровата. Особенно вот в этом месте, где мы ее планируем. Но ничего, сейчас вскопаем. Взять вот, сделала ограждение. А то у нас просто так была грядка здесь скопана. В прошлом году у меня на ней росли цветы. Она как бы отдыхала. Вот, сделал сейчас. Чем ты оградил? Чем? Ацеид, да. Два было, а я вот сейчас еще буквально. Из теплицы снимали, в которой переделывали грядки. И чтобы у нас ничего не пропадало зря, мы, значит, сделали вот такое ограждение. Косить удобно, и трава на грядке не лезет. Сейчас он прокопает. Часа два просохнет. Вон внучка, видите, как граблит. Да, сверху под перекопку я насыпала супер удобрение из цианита. Супер новомодная. Картошка у нас будет теперь с голову. Супер-супер. Да, супер-пупер. Вон траву сухую раскидали даже. Золу посыпали. Потом, что мы туда еще? Эти... Скорлупа. Да, скорлупа яичная, чтобы медведки не было. От медведки тоже насыплю эту отраву. Вот. Потом, что я там? Сушила банановые корки, мандарины. Все, в общем, все в грядку. Все под перекопку. И... Уголь это из мангала зола. Она должна быть с углем. Так что все нормально, все отлично. Вот. И в лунки тоже будем удобрение класть специально для овощей. Вот на этом цианите. Картошка будет у нас с голову. Сейчас немножко просохнет. Так что, друзья мои, пора сажать картошку. Картошечка у нас уже готова. Вот с такими хорошими росточками. Перед посадкой я ее замочу на полчасика в фитоспорин. Фитоспорин у меня уже готовый в банке. Ну, такой маточный раствор. Я пакетик фитоспорина, 400 грамм воды растворила. И потом сделаю раствор на 10 литров. Положу прям 5 столовых ложек этого маточного раствора. И на полчасика замочу туда картошку. Можно, конечно, ее Максимом обработать, но Максим сильно термоядерная вещь, поэтому я не буду. Вот, картошка вся прям готова. Росточки такие хорошие. Крупную картошку, кто не знает, можно порезать. И срез обмакнуть в золу. Вот. Так что все у нас готово. Будем сегодня сажать картошку. Я здесь рассыпала сухую траву. Как удобрение перекопается, она будет перерабатываться микроорганизмами, червячками. И будет питание. Вот так. Сегодня у нас отличная погода. Тепло, красота, небо голубое, солнышко светит. Сколько градусов у нас сегодня? 20? Да. Ночью было плюс 5. Обещали плюс 7, но утром я вставала, было плюс 5. Смородина моя вся в ягодах. Вся так много, ничего не замерзло и ничего не осыпалось. Все отлично. Отлично. Вот, смотрите, сколько ягод. Это сейчас еще они такие зелененькие, их плохо видно. Вот они. Ягод полно. И яблони ждали. Нарциссы до сих пор цветут. Уже пора им отцветать. Вот, яблони все в цвету. Ждали, когда кончится мороз. У меня, видите, деревья такие же умные, как я. Ждали, пока наступит тепло, чтобы им хорошо зацвести. Прям, знаете, гудят пчелы, опыляют. Гудят деревья. Вот эта яблоня тоже вся в цвету. Так что все нормально. Урожай будет. Ну,
Ну, а также до кучи покажу вам. О, муж завел косилку. Покажу вам мои помидоры. Благоухают. Все в цвету. Цветут и радуют хозяйку. Вот они. В цвету. Слава Богу. Все отлично. Уже большие, крупные, высокие. Пасынки убрала. Нижние листья тоже. Где подрезала, где убрала. В общем, все нормально. Слава Богу, все растет. Живет и радуется. Обогреватель не включаю. Ночью уже тепло. Нечего им. Они у них листья большие. Они прям к ним уже прислоняются. Боюсь, подгорят. Обогреватели надо выносить. И груша дождалась тепла. И цветет. Так что все у нас нормально. Грядку мы готовим под картошку. О! Так, а уже как сажаем, покажу в следующей серии. Так что на сегодня хватит вам. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Всем, кто посмотрел рекламу, отдельное спасибо. Всем пока.